Д'Артаньян – постоянный участник камерных концертных программ в органном зале. Не успели отзвучать его венские встречи с фортепианного цикла «Рояль Бехштейн», как музыкант уже готов представить новую программу. Она приурочена к 50-летию артиста. Задумывая программу этого вечера, мы намеренно отошли от формата обычного сольного концерта, который так или иначе всегда бывает на протяжении сезонов. Но поскольку это особый юбилейный вечер, мы решили устроить такой концерт с участием друзей, коллег по сцене, где будут исполнены произведения самых разных жанров, самых разных стилей, разных композиторов, разных эпох. Единственное, что объединяет все эти произведения, это то, что они все будут исполнены впервые. Сотрудничество Сурена Вартаняна с Сочинской филармонией и Сочинским симфоническим оркестром началось в 2006 году. Дебютом пианиста на сцене Зимнего театра стало выступление в рамках фестиваля, посвященного столетию со дня рождения Шостаковича, на котором артист исполнил вторую фортепианную сонату композитора. Вартанян был в числе инициаторов концертных программ, посвященных юбилеям Шопена и Шумана, а также вечеров армянской классической музыки под общим названием «Армянская рапсодия». В репертуаре Сурена Вартаняна сочинения западноевропейских, русских и армянских композиторов. В атмосфере дружеского праздника юбиляр вместе с коллегами порадует гостей неожиданными премьерами и любимыми мелодиями. Это сочинения самых разных стилей и эпох – от Клода Дебюсси до Дмитрия Кабалевского, от Людвига ван Бетховена до короля вальсов и Иоганна Штрауса. Галина Моисеева, Борис Осин, телекомпания ФКТ.